Однажды Света смотрела телек. Вдруг перед ней упала тетрадь. Что это? Тетрадь желаний. Возьми ее. Кто здесь? Ладно. Приветики. Кто ты? Я твой джин. А это тетрадь желаний. Да ладно, не верю. Тут зашла Катя. С кем ты разговариваешь? Я не виновата, она сама пришла. Кто? Она меня не видит. Меня видит только тот. Тетрадь держит. Это как в мультике? Да. Я лучше пойду. Что делать? Напиши желание, оно исполнится, но помни. Хочу гамбургер. Но помни. Блин, картошку фри забыла. Но помни. А колу, блин. Вау. Помни. У тебя только 5 желаний было. Осталось 2. У Светы появилась тетрадь желаний и ее джин. 3 желания она потратила, осталось 2. Так глупо, еще никто не использовал 3 желания. То ли еще будет. Ты же потратишь все желания на себя. На кого же еще? Отлично. Значит, когда исполню последнее, 5-е желание, ты станешь мной. И я буду свободна. То еще когда будет? В смысле? Прошла неделя. Желание? Монстр не отставал. Желание? Монстр был назойлив. Придумай же желание. Вот тебе желание. Света написала. Не хочу тебя слышать. Это монстр не может доставать Свету своими просьбами. Ха-ха, бесшумный режим. У Светы есть тетрадь желаний. У нее осталось последнее желание. Но когда оно исполнится, Света станет джином. Вчера она загадала не слышать монстра. И теперь он достает ее так. Ой, отстань уже. Но монстр не успокаивается. Все, не будет 5-го желания. Это еще что? Не трогай. Катя взяла тетрадь и увидела монстра. Приветики. Катя упала. Света взяла тетрадь. Что это было? Что ты наделала? Я тут ни при чем. О нет, ноут не работает. Катя проплакала весь вечер, а монстр все никак не унимался. Хорошо. И Света загадала. Хочу вернуться в тот день, когда нашла тетрадь. И желание исполнилось. Света вернулась в тот день. Приветики. А